Итак, дорогие друзья, сегодня наша тема такая простая и достаточно широко известная по поводу уверенности. По поводу уверенности, как себя ощущать всегда уверенно. В чем здесь секрет? Так вот, наша уверенность в первую очередь зависит вот от этих двух вещей, от личности и от индивидуальности. Да? Индивидуальность, личность. Эти понятия совершенно разные. А в нашей психологии, философии часто эти понятия не то что путают, скажем так, она их проговаривает с другой стороны, не приближая к нашей непосредственной жизни. Мне хотелось, чтобы вы поняли, что эти состояния очень важны для того, чтобы ваша уверенность всегда вам помогала в ситуации. В любой. А именно, я предлагаю такую модель необитаемого острова, скажем так. Необитаемый остров, да, скажете вы. Конечно, есть такой фильм, есть такие книги, да, про Робинзона Круза и современные версии необитаемых островов, да, где живут группы людей и там какие-то сформируют свои внутренние отношения. Так вот, когда вы попадаете на необитаемый остров, или тоже Робинзон Круза, да, попал на необитаемый остров, там он непосредственно ни на каком обществе не находится, никакого общества вокруг нет, никакой социальной среды нет. И его выживаемость зависит именно от этих вещей, от личности и от индивидуальности. Откуда же они появляются, скажете вы, на необитаемом острове? Необитаемый остров – это вот необитаемый остров, это я. Это слово, это эго, которое все время мы знаем, это понятие в обществе, да? Наше эго принимает на себя качество личности и индивидуальности, оно себе воспринимает собственность. А нам хотелось, чтобы эти качества выделились из «я» отдельно, в личности и индивидуальности, понимаете, чтобы они стали инструментами «я», а не содержанием «я» вашего. Так вот, когда вы попадаете на необитаемый остров, там «я», с помощью «я» вы не выживете на острове, ваше эго вас там погубит. Поэтому вы, соответственно, начинаете формировать, вытягивать из вашего «я» вашу личность и вашу индивидуальность. Каким образом на необитаемом острове это происходит? Очень просто. Это законы выживания. На необитаемом острове человек начинает естественным образом обращаться к природе. Природе изучать ее законы, изучать правила выживания в природе. Так вот, правила и законы выживания в природе человек начинает выделять личность и индивидуальность. Таким образом, он формирует навыки, которые относятся к личности и к индивидуальности. Они разъединяются, и способность выживания человека повышается. Так вот, я предлагаю вам, когда вы находитесь в обществе, в каких-то отношениях, партнерских, там, личных отношениях, там, с мужчиной или женщиной, вот так представлять себе свое себя. Я нахожусь на необитаемом острове. Я нахожусь на необитаемом острове. Мне здесь никто не поможет. Никого рядом нет. Мне поможет только моя личность и моя индивидуальность, которые проявляются во мне, выделяются из «я». «Я» отдает из этой собственности, потому что погибнешь ты тут, если там внутри «я» эти качества погибнут. Надо их вытащить оттуда. Надо стать ремесленником, надо самому разжигать огонь, надо самому выращивать там животных, коз там и тому подобное, садить растения, кормить себя, надо делать все это самому. Для этого нужна личность, индивидуальность, качество, с помощью которых вы осознаете существующие законы и принимаете правила, в которые находятся вокруг на этом острове, в природе, да? Так вот, когда вы приходите, общаетесь с людьми, общаетесь с человеком, с мужчиной, там, с женщиной, и вы чувствуете себя неуверенно, вы находитесь на необитаемом острове. Поэтому, когда вы находитесь на необитаемом острове, что вы делаете? Вы начинаете изучать законы и правила, окружающие вас, природы, понимаете? То есть вы не рассматриваете себя равным с какими-то людьми, понимаете? Нет, вы представляете, что это море вокруг вас, что это остров какой-то дикий, который вы не знаете, что как там действовать. Потому что качество вашей индивидуальности, вашей личности находится вот здесь, в эго. А вам надо сюда принять правила и законы,
на этого острова необитаемого, чтобы выжить там. Поэтому вы начинаете узнавать законы и правила окружающего вас мира, общаться начинаете, да? Впитывать в себя, проявляете свою личность, проявляете свою индивидуальность. Как вы проявляете? Такой простой зоологический пример, который покажется несколько таким сильно приземленным, но тем не менее вы общаетесь с собаками, да, с нашими, с кошками, допустим. Собака очень характерный пример. Если вы держите животных, ваших любимцев, то вы, друзья, знаете, что вы когда приходите, собака вас встречает, бежит вам радостно, или вы ее сейчас выгуляете, или вы ее накормите, или вы ее приласкаете, или поиграете с ней. Собака радуется вашему приходу. И она два инструмента она использует сразу. Инструмент личности и инструмент индивидуальности. Инструмент личности – это ее внешний вид и ее подача с вашего вам обаяния, свое расположение к вам, и инструмент индивидуальности. А где инструмент индивидуальности у собаки, спросите вы, да? А какой инструмент индивидуальности? Собака вот так делает, что делает хвостом? Хвостом, что, машет, скажете, да? Она почему машет хвостом? Потому что она рада вам, да, вы думаете тогда? Это характерно людям. Люди думают, что собака машет хвостом, потому что она радуется. Нет, на самом деле собака машет хвостом для того, чтобы распространять свой запах, чтобы вы понюхали, чем пахнет собака, понимаете, вот это ее индивидуальный запах. Собака распространяет хвостом свой индивидуальный запах. То есть собака действует вот так, правильно действует. Она находится на необитаемом острове, постоянно, понимаете. Для нее ваш приход на необитаемый остров, где нет еды, нет ничего, нет возможности погулять, нет возможности поиграть. У собаки. Она находится на необитаемом острове. И ваш приход сразу в ней проявляет два важных качества – личности и индивидуальности. Благодаря этому собака выживает, вы ее кормите, поете, гуляете, ее воспитываете там и тому подобное. И она живет очень хорошо, собака, вот таким способом. И вы действуете таким же способом. Используете свою личность, индивидуальность, как два инструмента, как два пистолета. Там в вестерне стреляют, ребята, если они с обеих рук стреляют, и он побеждает. Так же и вы действуйте, прямо используйте качество индивидуальности и личности. Но для того, чтобы использовать качество индивидуальности и личности, надо все время впитывать правила и законы. С помощью чего мы впитываем правила и законы? С помощью состояния осознания. Я все время об этом говорю. И с помощью самосознания. То есть вот здесь вот находится самосознание и осознание. Тогда вы освобождаете, выгружаете, я говорил в прошлом видео для девушек, да, для женщин, что вы выгружаете свой опыт, вот здесь вот свободное пространство образуется, здесь независимое пространство. Что происходит? И вы в это пространство впитываете законы и правила окружающего мира, этого необитаемого острова. А эти вещи, когда к вам приходят? Когда вы находитесь в состоянии беспокойства, в состоянии страха. Это многие вы это испытываете, и я в том числе, в состоянии беспокойства, в состоянии страха, в состоянии неуверенности. Когда это вы ощущение проявляется у вас, это хорошее ощущение, не надо его угнать от себя, страха, боязни, беспокойства, неуверенности. Это показывает, что вы оказались на необитаемом острове. Это хорошее состояние. Надо его принять, это состояние, сюда, в я, в эго. А ваше эго сопротивляется, не надо мне это состояние. Я не хочу бояться, я не хочу страхов этих, да, и начинает отгораживаться от общества, от острова необитаемого. Она говорит, нет, я лучше тут посижу где-нибудь, закроюсь от всех, не пойду туда, на необитаемый остров, не попаду туда. Лучше здесь буду, и мне не будет страшно, мне не будет эмоционального стресса и тому подобное. А мы хотим, чтобы здесь был страх. Страх придет, и сюда выйдет личность, индивидуальность. И вы раскроете себя, раскроете свой потенциал. У вас появятся два инструмента. Ваши руки, которые начнут действовать в обществе, действовать на необитаемом острове, действовать, совершать какие-то поступки, общение, какой-то проект участвовать. Или вы ремесленник, вы начинаете какой-то проект, вы начинаете какое-то творчество, какое-то и так далее. Действие. Благодаря личности, индивидуальности, благодаря этому страху, который вы приняли в себя, вы же оказались на необитаемом острове. То есть сегодня, дорогие друзья, я предлагаю вам эту модель попробовать в своей жизни, модель необитаемого острова, модель вашего «я». То есть вы сейчас, в настоящий момент, находитесь на необитаемом острове. Вот прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, ваше «я» – это ваш необитаемый остров. Здесь никого нету.
кроме вас на этом острове. Только я. А личность, индивидуальность, они там внутри спрятаны. Они в собственности находятся ваше я. Ваше эго взяло ваше я, взяло в собственность личность и вашу индивидуальность. И вы не можете этот бутон, красивый бутон этот раскрыть и показать эту красоту. Этот цветок не можете показать, потому что вы находитесь на необитаемом острове собственного я. Поэтому, если вы не уверены в себе, примите эту неуверенность, примите этот страх и раскройте бутон. Дайте этой выйти личности, индивидуальности и раскрыться, показать свою красоту. Вот этот инструмент применить в жизни очень легко и очень просто, если вы будете принимать страх вовремя. Поэтому, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Всех вам благ. С вами был Виталий Ерофеев. Смотрите мои видосы, подписывайтесь. Всем пока. Будьте здоровы, счастливы. Спасибо тебе, друг, за просмотр. На сегодня я тебе предлагаю пойти по другой ссылке, посмотреть классное видео про то, как сохранить отношения. И я еще предлагаю тебе посмотреть это видео, где я рассказываю об эффективности свободного времени. Обязательно посмотри его, друг. Я снял это видео для тебя. Кликай, смотри, продвигайся, развивайся, занимайся саморазвитием. Я это делаю для тебя, друг. Смотри, кликай. Окей, пока.